Александр Бородай, мой старый, старинный друг, и я очень близко его знаю, и, собственно говоря, находился рядом с ним в момент его назначения, по сути дела, когда он там пребывал на Донбассе, я видел, как он действует, я видел, как он работает. И я знаю следующее, что он стал премьер-министром именно потому, что требовалось связь с Россией, с российскими элитами, с российскими группами предпринимателей, потому что э, Республика Донецкая нуждалась в помощи. И Парадай, как Челнок, он ездил, он э, организовывал эти потоки помощи, эти э, коридоры гуманитарные и прочие. И в этом была его миссия. Но сейчас эти коридоры, они налажены, они э, действуют. И Парадай э, его все время упрекали в том, что он не э, уроженец баса. Да-да-да, да. и учит... в частности ставили а, ему как раз его прёк то, что вот непосредственно Россия таким образом тоже влияет на то, что происходит на Юго-Востоке, потому что есть Стрелков, есть вот Бородай, которые а, связаны непосредственно Нет, с Россией. да, да конечно, влияет, А надо это признать и сказать, Россия влияет, влияла и будет влиять. Я говорю о том, что а, якобы Бородай это некий пришлый такой чуть ли не инопланетянин, который туда десантировали, а, а на самом деле вот это патриотическое движение вот этот вот поток который движется и поток добровольцев и поток политиков по сути дела это движение оно не признает существующих границ это надо понимать и я недавно говорил с александром и он снова подтвердил что он по сути дела гражданин российской империи а не российской федерации и он не видит сакральность и незыблемость у вот тех существующих границ которые выявились в результате по сути дела, краха Советского Союза и распада великой страны.